Добрый день. Меня зовут Юрий, и я... Ой, то есть... Прошу прощения. Еще раз здравствуйте. Я Юрий. В жизни за стенами офиса я обычный семьянин, а здесь, в офисе, я юрист. Должен сказать, далеко не каждый день проходит как этот. Чаще всего приходится иметь дело не с бумагами, а с клиентами. Клиенты бывают разные. То есть вы полагаете, она должна превратиться в принцессу? В том-то и дело не знаю. Вдруг это афера ее матери, той еще ведьмы. Не могу, сынок, жилье застраховать свое. Страховщики все говорят, какая недвижимость, она же шевелится. Ну, а избушка и обижается, поворачивается к лесу передом, а к ним задом. Внутрь не пускает. Мы тут хотим у кредит одну вещь взять. И поручительство хотим оформить на кредит, множественное. Ну, знаете, мало ли что. Извините, не могли бы вы еще раз очередность повторить? О, конечно, сынок. Записывай. Детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку. Дома меня встречают мой сорванец Саша, любимая Аня и иногда моя мать. Она живет не с нами, но часто заезжает погостить. Ну-с, и как у нас дела? Дела у прокурора, мама. Остаток вечера обычно проходит без приключений, но иногда... Прошу рассмотреть возможность внесения поправок в раздел общих положений Домашнего кодекса. Глава 3, статья 18. Режим дня для младших иждивенцев. Спать лечь хочу попозже. Ну хотя бы на часик, можно? К рассмотрению принято.